здесь. Как раз я только что приехал. Приехал. Просто приехал к нам. Ко мне. Короче, пришли мы сюда на заброшку ночью. Да, как и обещали, пришли ночью. Да. Если честно, сыкотно очень. Ой, боже, что же. Я полез. Да не один, слушай. Смотри, какой-то, если что. Ребят, всем привет. Сегодня отличная погода и отличное настроение. На улице солнышко. Сейчас я собираюсь в центр ехать. Там встречусь я с Димой. Посидим, поболтаем. А дальше уже можно будет где-то погулять. Также я спущусь в метро. Там сейчас возложение цветов. Память погибшим. Кто знает насчет теракта. Так что все покажу вам. Так что пойду я собираться. И мы вот встретились. Как раз я только что приехал. Приехал. Просто приехал к нам. Ко мне. Это вырежем, это вырежем. Просто. Клоуны. Ладно, давай сразу. Подожди, стой, успокойся. Сейчас, просто успокойся. Давай. Блин, да я не могу что-то, это было смешно. Не улыбайся. Это... Давай. Ребята, все, давай. Три. Сейчас, подожди, блин. А вот сейчас мы записываем, да. Заходите, кстати, на канал «Парень из глуши», подписывайтесь, смотрите. И увидите. Сегодня вообще прекрасная солнечная погода. Я скажу то, что тепло, жарко. Сейчас на Сенной площади будет много народу, потому что там сейчас цветы память погибшим. Давай подойдем поближе. Питер живет. Ну, да. Вон, смотри, американцы даже сделали «America pray for Russia». Америка молится за Россию. Приятно. В общем, собираемся сейчас идти, как и обещали, на заброшку. На улице темно, и поэтому мы зашли в магазин. Ну и Дима заодно там что-то купит себе. Зашли в магазин, чтобы было видно. И сказать вам, сейчас мы выйдем и пойдем сразу же на заброшку. Мы вооружились? Я, да, ты. Нет. Сейчас покажу. А что я сделал? Что ты взял? Пистолет. Ну, в смысле? Страшно будет, значит, зачем? Ты собираешься кого-то стрелять? Ладно, показывай. Ты такой дебил. Короче, пришли мы сюда на заброшку ночью. Да, как и обещали, пришли ночью. Да. Если честно, сыкотно очень. Сейчас 11 часов. И... Вечера. Да.
почему именно такое время? Потому что позднее... Чтобы успеть на метро еще надо. Да, чтобы обратно еще успели. Ладно, пошли тогда. Да. Ну что, заходим вот. А, стой, подожди. Это выход на улицу просто. А, да, точно. Так, ну, видимо, посети на стенку. Сейчас просто, чтобы показать. Так, мы заходим. Ой, блин, ты что, разбил стекло, что ли, сука? Я чуть не обосрался. Ты это записал, да? Да, да, я записал. Все, я пишу. Ты светишь туда, я свечу туда. Смотри, бюллетень 1193. Если это собаки. Ладно, пошли, неси. У меня есть руки. Знаешь, что сделай? И мне кажется, кто-то из нас должен взять фурнитуру какую-то такую тяжелую в руку. Мало ли что просто. В общем, да. Вот, не, серьезно, нужно взять что-то в руки. Так будет безопасней. Это просто как? Не опасно, слушай, вот такая лестница. Мы поднимаемся по такой лестнице, сейчас вам покажем. Блин, разные шума, страшно, блин, я бы сказал. Ой, боже. Это нечто. Месяц. Чё она наполовину идёт? Ой, вторая тут такая же. Вот, да. Давай по одному, если что, я. Чтоб вес не набирал лестницы. За провод этот. Слушай, если честно, я бы сюда ночью бы один не пришел бы. Ну просто это было бы в сумму что-то не по приколу. Это какой день этаж? Четвертый. Четвертый? А вы были во Че, обосрался? Давай, если что, ты будешь светить. Да, давай сюда. Лестница есть? Вот туда? Ну нет. Ой, боже, что же. Я полез. Ты готов? Что, ты хочешь залезть? Ну, конечно. Внутри, блин, а вот это что лестница? Это разве не хуже? Это стрёмно. Вообще, стрёмно. Да не один, слушай, смотри, если что. Ладно, наверх еще мы поднимаемся, допустим, а назад? По этой? Если я полезу, ты за мной полезешь? Не знаю. Это там, наверное, не будет. Блин, да, блядь, да я просто сейчас как будто не чувствую землю под ногами. Ты под ноги светите, чтобы не пораться. А ну давай тихо, чтобы мы кого-то услышали. Ой, блядь. Слышал собака где-то. Да, свети вниз, если что. По окнам не свети. Фу,
короче, залезли уже как могли. Блин, вот какие-то шума так, все, так страшно. Мне такое ощущение, как будто вот потолок упал. Да, блин, это, оказывается, фура на улице проехала. Так, все, мы, короче, отсюда уходим. Да. Потому что хватит уже, наконец-то. То, что мы преодолели, этого хватит, потому что сюда прийти просто ночью, это уже, блин, что-то и уже стрёмно. Да.